Привет всем, друзья! Давно у нас с вами не было никаких видео, обзоров отелей, да и, впрочем, о чем сейчас можно говорить. Поэтому поговорим о полуживом состоянии туристического рынка в России. Как сообщают российские средства массовой информации, крупнейшая российская авиакомпания Royal Flight прекратила полетную программу. О закрытии полетов между Ханоем и Москвой с 25 марта и до особого распоряжения заявила Vietnam Airlines. Пьяная российская туристка попыталась уехать за границу по чужому паспорту и на этом попалась. Боже, какие конченые! Основным направлением для России всегда был Египет, но даже там русский мир знатно поднадоел. Как сообщают СМИ, Египет начал активное замещение российских туристов, расширяя рейсы на свои курорты для израильтян. Об этом заявила в среду премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Но это еще не все. Число компаний в реестре туроператоров продолжает сокращаться с каждым днем, и темпы только нарастают. Последним приказом Ростуризм вычеркнул из ряда выездных туроператоров сразу 25 туристических компаний. И это только начало. Если вам понравился этот выпуск новостей о российском туристическом рынке, ставьте лайк и подписывайтесь на наш инстаграм-канал, если, конечно, у вас осталась такая возможность.